вопрос службе национальной безопасности Армении. Товарищи чекисты, а вы в курсе, что на территории Армении, по заданию частных лиц, проводятся разведоперации, финансируемые и управляемые извне? Как сообщает ДАЯС, таким вопросом на своей странице в Telegram задался известный российский политолог и военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Караченко, комментируя очередную выходку неугомонного Арама Габрилянова. Дело в том, что Габрилянов днем ранее заявил, что ровно три недели большая группа специалистов из России, которую собрал и финансировал лично он, работала в Армении. Условие, кроме профессионализма, было очень жесткое. Никто из спецов не должен был бы быть связан с армянами и с Арменией. Нужна была трезвая оценка, нужны были объективные данные, нужны были люди, у которых есть контакты для получения эксклюзивной информации. Группы работали под видом социологов, этнографов, просто туристов, опрошены тысячи разных людей, собраны огромные массивы информации. Тысячи эксклюзивных интервью граждан Армении, армян России разных социальных групп, начиная с таксистов и заканчивая работниками спецслужб, высокопоставленных чиновников и людей, приближенных к олигархам. Результаты еще обрабатываются, но первые моменты, которые мне докладывают, это будет иметь огромный резонанс. Работа продолжается. Обрабатываются огромные массивы информации. Непонятно, какие цели на данный момент преследует неудачник Габрилянов и какие данные он пытается собрать. Но фактически это признание в шпионаже. А если эти данные попадут в руки разведки Турции? Или их туда продадут? Вы там работаете? Пашиняну, как главе Армении, доложили уже, что происходит. Запрос на задержание и этапирование Габрилянова в Ереван будет? Подметил Караченко. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь. Что думаете вы? Пишите в комментариях. До новых встреч!